Всем привет, ребятушки! Ну и новым зрителям, которые случайно заглянули на огонек. Сегодня будет видеоролик о том, как можно делать нон-стоп микс полностью аналоговый. То есть, в чем суть? Две кассетные деки, 5 аудиокассет. Я их буду по очереди запускать. Данные деки одновременно, параллельно подсоединены к моему компьютеру, к звуковой карте. И, соответственно, я могу одновременно запустить две кассеты, и вы будете слышать и с верхнего аппарата, и с нижнего. Они будут звучать одновременно. Мой предыдущий видеоролик, который... Ну, я выпустил его вчера. Проба пера. Я его удалил. Ну, потому что не очень вдумчиво подошел к этому вопросу. Вот теперь я исправляюсь. Я подобрал музыку так, чтобы... Ну, чтобы красиво, как минимум, были переходы, да? Звучит одна кассета, звучит вторая, все это одновременно, и... Ну, в общем, давайте-ка. Исправим мой вчерашний видеоролик, который я в любом случае уже удалил со своего канала YouTube, и послушаем, что же я для вас сегодня приготовил. Да, тем, кто не в курсе, как я делал этот переходник, у меня есть отдельный видеоролик на эту тему.
НЛО, пренебрегая телескопом, в обычное окно летает всякая посуда, то тарелки, ложки, вилки, и огнями неземными ярко светят в небесах. Но бывают и контакты гуманоида с грибниками, что в поисках грибов и ягод, содержащих витамины, заблудились, притомились, удустали очень, и домой хотят из леса по тропиночке уйти. Но глазами увидав все прибытия извне, люди мигом понимают, это не во сне, сразу маму вспоминают, и за ней все цветы, о Господи, спаси и сохрани.
За границей жутко, то здоров, то болен, не поймешь ей богу. Лучше жить, ребята, ближе к Таганрогу. Страшно, оле-оле, за границей. Не случайно ей ни с кем не спится. Выбросила Оля прямо в унитаз тысячи резинок. Случайно ей.